Уделить особое внимание медицине. На совещании с участием спикера парламента Заура Скендерова обсудили подготовку средних медицинских работников. На сегодняшний день в регионе действуют 5 государственных и 11 негосударственных образовательных учреждений. А главным профильным центром является Дагестанский базовый медицинский колледж имени Аскерханова. Заур Скендеров рекомендовал Министерству здравоохранения и профильному комитету Народного собрания обратить внимание и на проблемные вопросы в этой сфере. В заключение спикер парламента отметил, недавно Дагестанский базовый медицинский колледж отпраздновал свое 95-летие. Он поблагодарил коллектив учебного заведения за работу и вручил директору Хане Махачевой почетную грамоту за значительный вклад в развитие здравоохранения.